Итак, просто добрейшего всем здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair. Меня зовут Мистер Фриман 315. Не верится, но уже четвертая часть моего прохождения игрушки Evil Within. Мы видим впереди какой-то говорящий подсолнух, я не знаю, как его еще назвать, который, мне кажется, к нам имеет отрицательное отношение, нежели как положительное. То бишь злое отношение, да? Только что мы были опять в палате у этой медсестры, но вот прошла секунда, и мы в каком-то лесу непонятном очутились. Что нам здесь делать, пока тоже не очень ясно. Но давайте пойдем вперед, а там уже разберемся по ходу дела, что к чему. Так, еще один ящичек. К сожалению, ничего нет. Вообще, конечно, вот это одна из тех игр японских, где надо очень-очень пристально и внимательно смотреть по сторонам, потому что разбросано ящиков с вкусняшками очень-очень-очень много на каждом уровне. Конечно, все в очень хорошем духе последних резидентов, вот начиная, наверное, с четвертого, хотя четвертый вышел на минуточку 13 лет назад. Для меня он один из последних резидентов, ребят. Вот такой я старый, да. Ну, что это делать? Какой-то нет, не замок. Громко сказано. Дом. Дом. Да, какой-то дом. Какой-то непонятный дом. И что-то мне подсказывает, что мне сейчас надо будет как-то внутрь пройти. Но я все-таки хочу осмотреться. Может быть, где-то какая-то полезная штука для меня будет. Например, шприц с аптечкой, или патроны, да, или экспириенс. Все что угодно. Оно тут разбросано везде, слава богу. Вот, пожалуйста, две бочки так беспалевно стояли, но, правда, в них ничего не было. Так, а что здесь? Еще один ящик. Даже два. Так, ну вроде все, мы подобрали все, что можно было здесь подобрать. Давайте теперь... Ага, вот стопы. Вот еще один ящик. Давайте теперь, наверное, пойдем внутрь. Посмотрим, что там. Вот и все, не тут-то было, как говорится. Now what? Везде эта мелодия играет. Что она означает, хотелось бы знать. Так, записка из столовой особняка. Наконец-то я нашел этот путь. Портал в новый мир. Все сведения с самого начала были у меня под носом. Я поражен. Я в ярости от того, что не разобрался во всем раньше. Особый процесс, который может сломать человеческую психику и дать мне свободу действий. Так очевиден. И теперь, когда я все вижу, теперь, когда моя задача ясна, мне кажется, что у меня нет выбора. Я могу добыть все, что искал, все, что утратил. Но для этого нужны ресурсы. Хинемес. Что такое Хинемес, хер его знает. Наконец-то этот кретин начнет отрабатывать свое жалование. А, Хинемес. Ну ладно. Есть тут что полезное, нет? Кажись, нет.
Где я, мать твою? С этой стороны, что ли? А, вон она. Так, ловушку снял. Не, ну эти ящики я навряд ли разобью, это даже видно. Охренеть, тут сколько всего, а. Топорик, кстати, мы сейчас возьмем, ребят. Он нам очень даже пригодится. Минус один зомбак, это сразу. Офигеть, тут можно под стол спрятаться. То есть подразумевается, что здесь будет такой жмурик, которого я даже в принципе не смогу убить. То есть мне, что, по идее от него тупо надо будет прятаться? Кажись, да. Бляха-муха. Вот вам и ответ, ребят. Вот вам, пожалуйста, и ответ. То есть, действительно, действительно, есть какие-то такие моменты, да? Такие моменты, в которых мне, хочешь, не хочешь, нужно тупо прятаться. Да, жалко. Ну, кажись, ничего с этим я поделать не могу. Этих жмуриков здесь не было, когда я сюда первый раз зашел. Странно. А что они сейчас тут делают? Сохранится. Сейчас опять этот придет. Или не придет? Кажись, он рандомно приходит. What do we have here? Так, а это что такое? Мозг человеческий. Кажись, да. Ну и что я сделал? Какую-то иголку. Так, я какой-то механизм, видимо, запустил. Так, и что теперь делать? Ладно, запустил и запустил. Идем дальше. Наверное, теперь во вторую дверь, которая там в главном холле. На тебя, падла. Кстати, топорик, топорик. Там же топорик был. Бляха-муха, дайте мне топорик. Во. Вот это другое дело. Вот теперь я понимаю. Шеньки. Кажись, надо тупо прятаться. Где этот придурок? То есть вот в такие моменты, да, надо тупо бежать и тупо прятаться, потому что я с ним ничего, абсолютно ничего не смогу сделать. К сожалению. А хотелось бы. Знаете, хотелось бы, правда. Может быть, и хотелось бы что-то с ним сделать, но... Видимо, не в этой игре. А может быть, в этой игре, но чуть попозже. Так, очередная дверь. Ага, зеркальце.
Вырезка из газеты Crimson Post. В Crimson City при пожаре погибли ребенок и няня. Несмотря на все усилия пожарных, маленькая девочка и ее няня погибли в огне и дыму. Эта трагедия произошла в частном доме в Парк Ридже, одном из районов Crimson City. Пожарные прибыли быстро и действовали решительно, однако огонь распространялся еще быстрее. Погибшие Лили Кастелланос, 5 лет, и ее няня. Родители Лили, детективы городского департамента полиции, бросились к месту пожара, но не успели спасти из огня свою дочь. Пожар удалось потушить лишь через несколько часов, и дом сгорел дотла. Причина возгорания неизвестна, однако, по предварительным данным, она связана с неисправной проводкой. Вот так вот. Так, я не хочу сейчас возвращаться, смысла нет, это 6 несчастных очков экспириенса мне ничего не дадут. Надо еще чуть подкопить опыта, и только тогда я пойду, там 1020 подкоплю и тогда пойду. Сейчас смысла нет. Вазу разобьем. Ничего нету. Так, а здесь у нас что? А что ж такое, блин? Ничего, к сожалению. Ага, шприц. Шприц пригодится. Кстати, сколько мне здоровья? А, здоровье у меня нормально, ребят. Здоровье очень даже нормально. С собой возьмем. Офигеть, у меня для винтовки максимум, а? Кстати, для пистолета тоже. Так, кровать, кстати, ребят, обратите внимание, где можно прятаться. Если что, будем бежать сюда, потому что другого варианта у меня нет. Так, а здесь у нас что? Кстати, в шкафу тоже можно спрятаться. Тихо. Я понял. Так, ну что, придется нам на один шприц потратить. Чтобы еще один взять. Так, что здесь у нас? Гранаты надо использовать, ребят. Гранаты действительно надо использовать. Так, записка из музыкальной комнаты особняка. Два мира, разделенные пропастью. Наверху безликие зрители, смеющиеся над трагедией. Внизу беспомощные жертвы, теряющие все. Так, и что тут? Сейф, но без рукояток, то есть я его при всем даже желании сейчас, по крайней мере, открыть не смогу. Может быть, чуть попозже. Ну а что, идти нам получается только в этот самый, наверх. Да, кажись, наверх по лестнице. Столько картин, блин. Так, обратись.
обратите внимание, вот это я пропустил. Ну что, пойдемте сходим наверх, посмотрим, что там. Так, опять две двери, одна в центре. Давайте по бокам сначала пройдемся. Блин, в какой-то веке у меня... А, не, это не болт, это граната, да? Бляха-муха, куда сныкаться? Блять, куда сныкаться, а? Да ёб твою мать. Вставай! Бля, меня сейчас схавает, ребят. Не, нормально. Пронесло. Фу, хер его знает, как пронесло, но вроде пронесло. Так, а собственно говоря... А, я ж отсюда пришел, твою мать, точно. А я туда побежал, да? Ну ладно. О чем я говорил, я уже даже забыл. А, то, что почему здесь снежинка нарисована, если это граната. Это ж граната, правильно? Правильно. Не-не-не, родной, возьми топорик. Че, наверх поднимемся? Да ладно тебе! Еще одна падла. Так, дробовичок возьму, у меня к нему патрончиков прилично. Так, это что такое? А, верхний циферблат сейфа. Ага. Все-таки, ребят, сейф, я так чувствую, что мы откроем. Это хорошо. Сейф бы я очень хотел открыть. Ну-ка, иди сюда. Блин, нахер эту бутылку. Вот что я хотел взять, да. Сюда можно спрятаться, если что. Очередная записка. Записка из комнаты Рувика. Рувика, блин. Я снова видел ее там, в конце коридора. Как всегда, прекрасные черные волосы, посеребренные лунным светом. Глаза, черные озера на фарфоровом лице. Она была в своем любимом платье цвета алого заката, словно пятно крови в тусклом свете. Лаура, ну конечно, ты не умерла. Да. Ну-ка, давайте теперь сюда. Так, спички мне пригодятся очень даже.
Так, кто там ломится, а? Войдите, ребятки. А, не, он с этой стороны. Ты с этой стороны, да? Так. А тут у нас... Тихо, бомба. Твою мать! Слишком, слишком рано я это сделал. Так, а это дверь, я не пойму, или что это? Или это просто стена? Хер его знает. Shit. Фу. Слава богу, я сообразил, куда надо стрелять. За малым. Меня эта дрянь не сожрала. Так, а что у нас здесь? Что-то мне подсказывает, что в этом камине есть какой-то проход, может быть, я не знаю. Again. Опять этот мозг долбанный. Ну, в принципе, мне-то его и надо включить, правильно? Правильно. Кишечник, блин. Удерживайте, чтобы вставить зонд. Куда ставить? Так, а у меня-то жизни уменьшаются, ребят. Твою мать, куда надо вставить этот гребаный зонд? Знать бы. Не, ребят, ну они просто тупо прикалываются, а? Так, а куда же его засадить-то? Опачки, да ладно, получилось. Отлично просто. Подача крови во вторую вот эту ячейку, да, походу завершилась успехом. Ячейку, которая там, на воротах. Вы помните, да? Так, нафиг, иди. Я пошел на выход. Бляха-муха. Опять 25. Как ты меня запарил, урод. Убегаем, 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 убегаем. Ух, блядь. Охеревший, блин. Давай, исчезай, мудила ты конченая. Слушай, меня задолбит. А, ну все, слава богу, свалил. Так, 31 патрон, это максимум, да, для меня сейчас? Блин, я с этим мозгом, конечно, себя покромсал очень даже неплохо. Давайте сейчас, наверное, возьмем аптечку. Будет крайне полезным. Ой-ой-ой, да чё ж тебя так плющит-то, родной? Ну,
как будто с какой-то пьянки идет жесткой такой, знаете. Так, ладно, пусть он там рассказывает. Лучше бы ты лежал, родной. Ножик, возьми ножик. Ёжик, ёжик, в жопе ножик, блин. Так, еще одна ловушка. Ну, я надеюсь, я ее сделаю. Давайте, наверное, вернемся, ребят, за патронами, да, вот за пистолетом, который я там оставил. Так как у меня был полный магазин, сейчас у меня магазин, естественно, не полный, поэтому я их возьму. Они мне очень даже пригодятся. Даже один патрон, и то неплохо. Так, и что тут у нас? А, это мы опять в начало пришли. А, причем, ребят, мы вышли с другой стороны. С другой стороны двери. Соответственно, мне сейчас есть смысл, да? Идти только прямо. То бишь, вот сюда. И, ребят, обратите внимание, вторая... Ручка для сейфа. Кстати, а где был этот сейф? Я что-то уже не помню ни хрена. Ну, где-то точно был. Но мне сейчас надо вернуться по-любому, ребят, потому что здесь... С этого зала я никуда не выйду. Здесь тупик. Посмотрите, кто-то порезал лица на портрете. Людям. Порезал лица людям. Так, не статую, я навряд ли разобью, блин, только руку могу сломать. Если бы он в реальной жизни так замахнулся на статую, он бы реально, он бы просто себе сломал руку. Да! Со всей дури, да? Тут вообще порвана картина с гильотиной, причем. Ладно. Сейф. А где ж наш сейф? Вспомнить бы. А сейф, кажись, где-то вот находится, где-то вот тут он, где-то здесь, по-моему, был. Так, я это читал. Я это, кажись, читал. А, сейф, по-моему, да, по-моему, где-то тут должен быть. Или я ошибаюсь? Да, главное не промазать. Главное не промазать. Так, этого надо сжечь. Чтобы он тут не мешался. Бляха-муха, нет, сейф не здесь, ребят. Здесь этот самый долбанный брейн. Долбанный мозг. Don't fuck my brain. Блин, а где же этот сейф был? Хер его знает, ребят, я не помню. Я реально не помню. Сейчас будем искать. Все-таки сталкера, так что найдем ничего. А ну-ка. А нет, тут зеркало, свет на зеркальце, скажи. Так. Сейф, да, мать его. А ну давайте сюда. Может он здесь?
что я уже реально запамятовал, но он где-то был. Я его отчетливо помню. Он где-то... А ну-ка, 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 ну-ка. А-ка сюда. Может, он здесь был? Я, честно говоря, особо так не помню, в какой он был комнате. Но вот где-то он был, это точно. Блять, а где он был, а? У меня просто других слов нет. Так, здесь... Здесь нету. Вот он, слава богу, ребят, нашел. Так, а это что у нас? А, опять гранатки, да? Ну, гранатки мне пока ни к чему абсолютно. Так, ну что? Теперь надо попробовать. Вот. Нихера себе. Вот это, блядь, открыли. А тут таких сейфов он. Посмотрите, сколько на каждой стене по 10 штук. И третий этот долбанный мозг. Чтоб он был не ладен, да? Так, и надо опять попробовать. Так, лимбическая система. А куда ж стрельнет? А ну-ка, центра надежды. Может, центр? Хер там. Так, куда, по-моему, пульнуть бы эту долбаную херню? Не-а. Так, думаем. А ну-ка, если сюда. Передняя кора есть. Отлично. Так, теперь на выход. Третья заполнена кровью ячейка. И ворота вот как раз таки перед нами открылись. Окей. What the fuck is this? Опять это дерьмо идет. Slice clean, all the way. No cure for what I'm going to do to you. Peel pristine skin. Thoughts from the mines. Рувик? Рувик. Так, а мне, кажись, туда вниз, да? Так, и что у нас тут? А
Охереть, это что за тварь? И что мне с ним делать? Так, окажись, надо его, да, как-то выносить. Давайте попробуем нашим волшебным хер. Гранаты его не берут, ребят. Соответственно, так я его не вынесу. При всем желании. Так, а что делать? Ой-ой-ой. Тихо. Прекрасно. Нельзя, нельзя задевать вот эти прутья, да, которые торчат из стен. Ни в коем случае нельзя. Так, аккуратненько. Так, вот здесь пройдем, пройдем. Дальше сюда. И дальше вот сюда. Давай, давай. Сюда. Что тут опять манекены какие-то? Ой, какая прелесть. Эта тварь. Угу. Побежали, побежали. Тикаем, тикаем. Капканы, капканы, осторожно. Бляха-муха. Валим, 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 валим. Я тебе тут! И что я сделал не так? Не, ну блять, ну что я сделал не так? Я вроде все так сделал. А, стопаем не сюда. Ой, бля. Ой, бля. Вроде все сделал так. Все равно. Все равно сдох. Сюда забыл. В капканы не попадаемся, ребята. Так, ну и что не так? Давай, давай, беги, беги, все, я понял. Тут надо просто тупо бежать. Вот и все. Слава богу, убежали. От этих тварей. Так, экспириенс взяли. Что дальше-то? Вышли на поле подсолнуха. Вообще прекрасно.
was I led here? Почему, говорит, я здесь оказался? Хер его знает, почему ты здесь оказался. Самое главное, куда идти? Что там в небе, а? Не, мне аж интересно. Летает какая-то херня непонятная, ребят, обратите внимание. То ли рама от окна, то ли черти, черти пойми, что там летает, блядь. А ну-ка, если в нее выстрелить. Не, ни хера ничего. Ладно. Давайте сюда. Да, поле, конечно, просто бескрайнее. С этими подсолнухами, блин. Так, винтовки максимальное количество патронов. Кстати, надо перезарядиться. И один все-таки возьму. Так. Болт для арбалета один взял. Ну что ж, больше ничего, поэтому я думаю, что нам только внутрь остается идти. Лаура, что же, что там за Лаура? Rich bastards think they can buy up all our land. They need to be shown who really owns these parts. Кто это были? Какие-то фермеры непонятные. Сейчас он, короче, подожжет, и здание загорится. Это hey, I think there's kids in there. Амбар этот. I didn't hear anything. А дети, походу, здесь сгорели, я понял. Да. И стали призраками. Вот и все, короче. Так, надо как-то в окно попасть. А вот основной момент, как туда попасть? Ну-ка. Может, эту херню как-то надо подвинуть. Так, ну допустим. И что мне это дало? По-моему, ничего мне это не дало. Лестница как была вот там наверху задрана, да? Так она там задрана и остается. Вот только проблема в том... А, вот еще какой-то рычаг. Проблема в том, что я не... ну, на нее никак забраться даже не смогу. Так, ну что, теперь вроде как ближе к истине. Так. Так. Я так и знал, что что-то тут можно сделать. Слава богу. Не тут-то было, как говорится. Опять эта тварь. Так, я, конечно, извиняюсь, но я не пойму, мне что, его гасить надо? Ему похер.
сколько их будет. Пошел ты нахер. А, их походу, ребят, сжигать надо. Что ты с нами сделал? Да я с вами вообще ничего не делал. И опять я в этом коридоре, ребят. Так, что же там в конце? My children, I want... Beatrice, we have been through this. Так, сюда, да, смогу пролезть? Что, ребят, 9-й эпизод пройден. Давайте сейчас быстренько сохраним игру. И пойдем дальше. Инструмент мастера, 10-й эпизод называется. Так, дальше-то что у нас? Дальше, кажись, низ. Это этот доктор разговаривает, да? Походу, да. These microbes, they're mine to do with as I please. But you are... Записка из подвала особняка. У меня отняли детей. Может, это судьба? Может, он что-то натворил? Нет, только не мой идеальный сын. Все из-за того пожара. Он все погубил, все отнял. Мои дети уже не те. И Эрнеста тоже. Он сказал, что заботится о них, что они в безопасности, а теперь говорит, что их больше нет. Этого не может быть. Я мать, я бы знала. Я до сих пор слышу голос моего милого мальчика, его смех. И всегда из подвала. Так продолжаться не может. Мать должна быть со своими детьми. This was not mere research. I'm close to perfection. This is abhorrent. Ну вот они до сих пор разговаривают. Так, тут у нас что? Так, еще ниже. Кстати, а дверь-то? Дверь открывается? Нет, я ее, кстати, не проверил.
Вот это вот, которая... Которая вот это вот... это что, это запчасти, что ли? А, нет. Открывается. Так. Что у нас там по экспириенсу 14? Ну ладно, давайте что-нибудь сейчас проапгрейдим. Собственно, почему бы и нет, да? That guy next door. Правда, а что это за парень, который вот в этой двери? А, или вот здесь рядом? Do you have any idea why this world is the way it is? What? Who are you? Hate. Hate. Ruvik's hate. Man's consumed by it. He wants out. Wants to get his revenge. He wants back what he feels the world took from him. It's not like he could actually get that. It's not like he could actually get that. This world exists as long as he does. You heard something just now? Да. Она, видимо, не слышала этот диалог. Ну да ладно. Не слышала, значит, не слышала. Так, а у меня почти 15 тысяч очков. 400-900. Ну и что у меня здесь, в принципе, есть? Патроны для пистолета. Патроны для дробовика. Давайте уже для пистолета по максимуму увеличим. И потом патроны для дробовика аналогично тоже по максимуму увеличим. Нужно 15 тысяч. Все, пока не будет 15 тысяч, сюда возвращаться смысла нет абсолютно никакого. Поэтому идем дальше. Так, и вновь я здесь, да? Так, ну теперь сюда. В самый низ. Там, кстати, уже растяжечку вижу. Какие-то шипы непонятные, манекены. Нихера себе, целая 1000 экспириенса. Халява, плиз. Инструменты. И патроны. Так, 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 хорошо. У нас что, здесь ничего, здесь закрыто. Так, а тут жмурики, да? Ну, этот жмурик сейчас сам, походу, нарвется на, вы поняли, да, на растяжку. Слышь ты, дятел. Find cover. Бляха-муха. This is insane. Что тут происходит? Ах ты, бляха-муха. Это кто у меня стрелял там?
Что это такое вообще? Что тут происходит? Так, это к винтовке у меня максимум патронов. Слушайте, ребят, там где-то сидит снайпер. Там где-то сидит падла снайпер и меня стреляет. Я его спалил. Нет, это походу не он. То стойка с фонарем. А где же эта сволочь меня стреляет? Блять, я его не вижу, ребят. Отвечаю, не вижу. А теперь вижу. На тебе, падла! Сдохни, блин. Отлично, отлично просто. Я его вынес. Он, сука, он прятался, блин. Так, а мне, кажись, сюда. Так, вы это тоже, да, слышите? И я слышу тоже. Думаю, где эта тварь кряхтит? Да пошел ты нахер. Прекрасно, просто прекрасно. Так, вторая попытка сразу. Адреналинчика вкололи, погнали. Так, ну вот эту падлу лучше дробовичка вот так вот. Это будет самое оптимальное. Так, у меня полный дробовик, да? Да, один еще патрон будет в запасе. Это что такое? Что-то мне на первый взгляд показалось, что это гравипушка, ребят. Аккумулятор. Большой портативный аккумулятор позволяет обеспечивать оборудование электроэнергией в экстренных ситуациях. Очень интересно, где же я его применить смогу. Ну ладно, посмотрим. Возможно, где-нибудь и смогу. Карусель, карусель. Кто успел, тот присел. Блять. Что, как говорится, не успел присесть. Че, пистолету мне и надо, что ли, вообще? Не, надо. Так, и что толку здесь? Мне тут, в принципе, больше делать-то и нечего. Возвращаться только вниз, да? Ну, то есть сюда, назад. Стопэ.
Смотри, Федя. Карусель, карусель. Кто пригнулся, тот успел. Так, а если я вот так, то в принципе нормально, да? Давай. Блять, пригнись ты, придурок. Почему я только, блядь, стоя могу стрелять, а? Почему сидя не могу? Это, конечно, странно. Подбирать вещи могу сидя, а вот стрелять не могу. Иди. Оружие детям не игрушка. Когда уже, блин, контрольная точка будет? Так. Аккуратненько. Бочка, я ничего не сделал. Так, а вот, кажись, то, что мне и нужно. Аккумулятор сюда ставил. Открылась дверка. Какая-то дверка, да? Болтики. Блин, у меня пол... У меня что, полный арбалет болтов, что ли? Я не пойму. Да ладно. Бляха-муха, а чё ж я... А чё ж я так? Так, аккуратно. Четыре детали у меня, ребят, для арбалета. Офигительно просто. Так, зашли. Ну и что тут у нас? Фрагмент 18. Еще один фрагмент нашли. Так, а за дверью за этой что? Ничего, закрыто. Тогда только вниз. Получается, нам вниз. Вот это. Бляха-муха, там эта тварь. У меня другого пути-то и нету. Другого пути действительно нет. К сожалению. Так, что тут? Какая-то комната.
Причем интересно. Вот эта херня. Ну, здесь рядом, конечно, лучше не стоять, когда она работает. Но благо сейчас она не работает. Это хорошо. Так, что у нас? Что у нас за этой дверью? Полно жмуриков ходит, да? Причем жмуриков реально нереальное количество. Реально нереальное. Так, и, наверное, пистолет. А для тебя, дружочек, у меня есть дробовичок. Замечательно. Твою мать, думаю, где? Вот где. Так, вот этих уродов с масками лучше всего, конечно, с дробовика выносить, потому что пистолет их не берет, к сожалению. Совершенно не берет. Так. Потихонечку. Здесь ничего. А ну-ка сюда. Слушайте, гранат, конечно, здесь очень огромное количество, и я подозреваю, что это неспроста. Неспроста здесь только гранат. Благо, у меня есть взрывоопасные стрелы для арбалета. Инструментов для них приличное количество. 21 инструмент, по-моему, это как раз на 7. Да, если по 3. Если по 3 инструмента, это как раз 7 выстрелов. Хорошо. А, уже даже 30. Тю, блин. Тогда на все 9. Да. Вернее, даже 10, твою мать. 10, 30 на 3. 10, естественно. Так. А вопрос на миллион, куда дальше? А дальше, походу, вот куда. Очередные ящики. Как-то освещение мне тут не нравится. Какое-то оно подозрительное. А что с освещением, правда? Знаю пока. С освещением какая-то херня реально творится. Сейчас глаза вытекут. Хера не видно, вообще ничего не видно. Вижу только патроны для винтовки, которые не могу подобрать, к сожалению, так как полный боезапас. Ёперный театр. Не, ну да, тут даже сложно было заметить эту херню.
последний момент я заметил, нажал уже клавишу E, но, к сожалению, к тому моменту он уже вот эту вот растяжку задел, то бишь зацепил. Ну, еще один блок. Так, и что делать? Кажись, как-то надо выбираться, только вот... Жирный, отвали. Только вот куда, в какую сторону? Надо все-таки сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ёшеньки, ё-ё. Так, а вот этого я угощу, конечно же. Вот этим. Ты еще и живой, падла, а? Блять. Иди сюда. Иди. Иди, родная. Ёб твою мать. Надо же было мне промазать. Падла, когда ж ты сдохнешь, а? Блять, и мне даже аптечку тупо не дает применить. Так, это что? Здесь надо, видимо, вот здесь что-то нажать, вырубить. На тебя, сволочь. Так, а рычаг я, собственно, нажал, а что дальше-то? А дальше не знаю. Тихо, 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 тихо. Так. Ну, кажется, этот придурок попался. Да? Чё ты, не пройдешь сюда, да? Да ладно, неужели я его убил? Так, к сожалению, аптечек у меня нет. Надо быть предельно, ребят, аккуратным. Предельно. Иначе начнем все сначала. Так, тихо. Аккуратненько, я думаю. Главное не задеть. Она чередуется, да, опускается, поднимается. Так, а как эту херню разбить? Это ж ключик, правильно? Как?
вышли, что ли? That was close. Да, это действительно было близко. Идем правильно. Обратите внимание, там их двое. Так, все что ли, да? К сожалению, да. Граната у меня кончилась. Да, да стой, ты, мать твою. Ладно, я их обоих вынес, ребята. Отлично. Так, блин, на жизни, конечно, лучше, хотел сказать, попортить, пополнить. Плюс 6 очков экспириенса. Замечательно. Просто великолепно. Стоять. Я почему их сжигаю, они могут повставать просто-напросто. Поэтому и сжигаю. Так, а сколько у меня магазин теперь патронов для пистолета? 50, что ли? Такое дело. Офигеть, посмотрите, сколько тут, хотел сказать, сколько тут всего нет. Только болт и
человечка с экспириенсом. Пока все. Максимально аккуратно. Так, а я здесь, собственно говоря, по-моему, был, да? Или нет? Или да? Да. Как раз таки, по-моему, был. Вон он лезет в окно, видите? Да сгорай ты уже наконец. Гравитация барахлит. Гравитация реально барахлит. Everything I have, everything I am, has been taken from me since the accident by those who seek to consume me. They are in the darkness, with only the phantoms of my mind to comfort me. Так, вот контрольная точка. But then I saw her. Deep down, I know she was only an apparition. Так, я не знаю, правильно я иду. Давайте сейчас глянем, что за этой дверью. А, вот какая-то палата. И обратите внимание, зеркальце. Так, а мне, я извиняюсь, что зеркальце? А, нет, сначала надо блокнот взять, естественно. А, я видел, как умирают друзья и коллеги. Это часть моей работы, и это всегда тяжело. Но смерть собственного ребенка гораздо более страшный удар. Я готов миллион раз умереть, лишь бы спасти ее, но не могу. Когда маленький гроб опускали в могилу, я чувствовал себя таким беспомощным. Эта боль невыносима. Я знаю, что не должен пить, но в последние недели только алкоголь помогает мне заснуть. Майра меня пугает. Первый шок у нее прошел, но смерть дочери она переживает необычно. Не хочет никого видеть, сидит по ночам одна, говорит, что работа помогает ей забыть о трагедии, но мне кажется, что она отгораживается от мира. Я знаю, что бывает с парами, которые потеряли ребенка, и надеюсь, что нам хватит сил этого избежать. Да, никому не пожелаешь, конечно, такого. Страшно. Have you forgotten something? Близких терять – это, наверное, самое страшное, особенно детей. Никакие вот эти ужастики долбаные даже не сравнятся. Не этого надо бояться в жизни, не вот этих вот игр, а именно событий в реальной жизни. Ну ладно, это уже философия, мы как-то обсуждали в прошлых прохождениях этот момент, поэтому... Так, давайте теперь глянем разрывной болт. Улучшаем, ребят, по максимуму. Все, в принципе, разрывные болты теперь для меня болты номер один. Так, и патроны для дробовика. Наверное, тоже магазин мы улучшим, но в данном случае у меня всего 9600 очков.
Кстати, ребят, болты для агонии. Ну, хотя смысл мне их улучшать. В принципе, их могу сделать в любой момент. У меня, так как есть инструменты, допустим, да. Ну, в принципе, все. Так, множитель урона для пистолета. Может быть, множитель урона прокачать? Так, скорострельность, время, емкость, критические попадания. Давайте на множитель урона все-таки прокачаем. Вот это будет неплохо. Пистолет уже по максимуму будет качать. Так, и обратить внимание, у меня есть ключик. У меня есть один ключик, блин, как у Буратино того, да? Который я тоже могу использовать. Так, здесь у меня граната. Ну чё, какой открываем, ребят? Ну, давайте вот этот третий, да? Так, бутылка с экспириенсом. 5000, ну неплохо, в принципе неплохо. Нормально мы открыли. Кейсик. Сохраняемся и идем дальше. Так, где там наше зеркальце? Есть, давайте сразу в поле, чтобы уже не таскать его с собой. Опять эти твари. Лучше все выстрелить в одно место, а пока она там ползает. Слышь ты! Хватит там ползать, блин, мать твою. Здесь ничего. А здесь. Давай, проходи. Проходи. Блядь. Неужели пролезть не может, да? Неужели ума не хватает? Блин, она меня сейчас схавает. Давай. Если я так медленно буду. Давай. Ну нельзя не пройти мимо, ребят, согласитесь! Бляха-муха. А пошел ты. Опа. Фух, да ладно. Я это сделал. Но это только первый этап, я чувствую, что просто так я от нее не избавлюсь. Просто так точно не избавлюсь.
Давай. Так, и что это? Что-то я не пойму. Ты что, сюда на огонь идти, что ли? Это херня, блин. А, ну вот, контрольная точка. High voltage, keep out. Так, ребят, ну чё, вот у меня теперь уже максимальный запас патронов на пистолет. Итого 50 в запасе и 6 в магазине, да? Так, чё мне сделать, как мне? Как мне, извините за выражение, вырубить? Тут, короче, какой-то лифт, но я к нему пройти не могу при всем желании. Вообще никак пройти не могу. А, стопы. Вот оно что. Увидел. Пошла нахер. Так, а что ж тут сделать, да? Так, эта тварь там где-то ползает. Рычаг. Твою мать, блядь. Ой-ой-ой. Ребят, я не знаю, что я включил этим гребаным рычагом. Честно вам скажу, не знаю. Как вот эту херню вырубить? Тоже понять не могу. Слушайте, а может у меня все-таки получится ее как-то это самое уболтать, скажем так. Не получится. Так, ребят, еще раз я переиграл. Вы видели, да, вот этот нижний рычаг. Я, короче, его вырубил, и со временем пламя погасло. И мне удалось залезть вот сюда наверх. Ну вот что? Что дальше? Дальше что? Тихо. Сразу. Блять. Самому не надо было тут проходить. Твою мать. Ай, бля, хамуха, ну еще раз тогда. Что ж поделать, да? Давай. Гаснет ты, твою мать, отлично, наконец-то. Так, это уже здесь. Это уже тварина здесь. Так, внимание. Отлично. Ребятки, я ее поймал. Сейчас она сюда придет. Блять, тихо! Сука. Сучка. Я хочу поймать под трубу. Иди сюда.
делать-то, а? Так, вытяжка тут, пламя. Короче, трындец мне пришел. Конкретный. Но я вроде пока нормально не горю. Так я и буду тут стоять. Твою мать, что делать-то, а? Ты хер его знает. Реально хер его знает. Я вижу, ребят, я его вижу. Я вижу этот гребаный кран. Сука. Да ёпта. Все понятно. То есть, когда пламя загорелось, я уже это гребаное пламя, блядь, я уже заговариваюсь. Я его, короче, потушить не могу, надо этот кран вырубить. Успеть вырубить. Ну давай, 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 давай. Делает эту падлу. Внимание. Сдохни. Сдохни, тварь. Давай, блин! Блядство. Она еще и живая, сучка. Ой, блядь! Твою ж мать, а! Твою мать, отвечаю, я ненавижу эту часть сюжетной линии. Просто ненавижу. Она меня затрахала уже, я ее 6-й раз прохожу. Иди сюда. Иди. Так, чтобы ее спалить. Не-не-не, иди сюда. Хер там. Есть, потухло, 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 потухло. Давай. Да ладно, да ладно, неужели я это сделал? Вы не говорите, что не будет чекпоинта. Да ладно, блин. Фу. Слава тебе, Господи. Ой, блядь, пошла нахер. Или что? Да пошла нахер от меня. Пошла нахер, тварь. Блять, как вырубить? Как это говно вырубить? Я имею в виду это пламя. Да, ребят, я уже реально начал матюкаться, потому что у меня других слов просто нет. Так, стоп. Ой-ой-ой. Ползи сюда, тварь. Вернее, ползи отсюда вообще. Хер там, тут тупик. Так, а чё ж делать-то? Реально, а чё делать? Бля, я не знаю, что делать.
будет. А, твою мать, еще один сраный кран! Ой! Что-то не вырубается эта херня, ребят. Значит, еще один кран где-то. А, ну конечно. Да ладно, бляха-муха. Вау. Так, ну что, это еще не конец, да? Естественно, это еще не конец. Четко. Вообще от души. Паузи сюда. А я тут не пройду. Так, опять она возродилась. Значит, есть где-то третий. Бля. Давай. Все, попалось. Попалось. Я попался, блядь, попалось. Начинаем все сначала, да? Бля, где этот рычаг? Бляха-муха. Наконец-то. Блять, сраная бомба. Твою мать. Блять, да, давай ты, господи, поверни ты этот сраный рычаг. Что мы еще не сделали? Да ладно, да неужели? По-моему, не вовремя я стал использовать шприц. Наверное. Наконец-то катсцена. Вот как-то так, ребят. Да, сложное было место, очень сложное. Нудное и сложное, как по мне. Наконец-то мы его прошли. Who do you think you are? I know who you are. Seb. I know what you crave, what you fear. Will you be able to live with yourself knowing what I'm gonna make you do? Poor little Joseph couldn't. Too bad they dragged you into this. But either way, you're mine. To do with as I please. Чё?
Что бы это значило, не знаю. Сраный монолог. Тихо, тихо, тихо. Блять, не успел я, и что теперь? Да не, кажись, мне еще ниже придется спускаться. Значительно ниже. Так, и где это я? Shit, back here again. Я опять в этом особняке? Да ладно. Чё-то я как-то дюже часто тут уже, ага. Так, ну теперь тут часть дверей закрыта. Фрагмент. Тоже закрыто. Я так подозреваю, здесь тоже закрыто. Кто-то вазу новую поставил. Так, ну давайте сюда, ладно. Так, а чё тут? Кто-то печатает, да? Боже мой. Doc, what the hell do you think you're doing? Trying to save us. Really? Because it looks like you're making another monster to me. I don't have time for this, detective. Neither do I. Leslie has been here before. And made it back. He survived being linked to Ruvik. The only patient ever, as far as I know. Wonderful. What does that have to do with any of this? He's our way out, detective. Our only way back. That sound! No, it's working. Leslie, are you all right? It should have. Why didn't it? Вы посмотрите на это, а? That's it. That's why. Doctor, run! He wants the same thing as us. He wants out! Твою мать, охереть можно. А наш вообще летает сквозь стены, получается. А доктора, кажись, уже нет. Так, а мы-то хоть где очутились-то? Как бы это самое, так сказать, приличное вроде здание, да? Это что за... Это... Отсюда стучали, что ли? Так, и что, опять я в своей этой самой... Сколько у меня, кстати, экспириенса? 7000? Маловато будет. Так,
Так, пропал. Ага, про доктора уже написали. Пропал доктор Марселло. Глава администрации психиатрической больницы «Маяк». Последний раз его видели в своем кабинете, откуда он сделал ряд телефонных звонков. Вот тебе и все. Так, посмотрите, уже на лице девушки тоже черное пятно. Ну-ка, давайте посмотрим, может быть, что-то в кабинете у нас есть. Так, ключи у меня как таковых нет, и взять я тоже особо ничего не могу. Ладно, пусть будет так. Так, это остаток карты, да? То есть еще то, что я не нашел, в принципе. Так, ладно. Здесь тоже ничего. Здесь ничего. А что же делать тогда? Раскрыты нарушения в работе психобольницы. В ходе внутреннего расследования, проведенного в психиатрической больнице, выявлено исчезновение нескольких пациентов. Глава администрации больницы утверждает, что это просто канцелярская ошибка. Опять 25. Рувик must be really pissed now. Breaking a STEM terminal? Never thought he'd go that far. Wait, STEM? Oh, he must be close if he's severing ties with the past. All he has left is his connection to the present. The full STEM in the hospital. Hospital? Beacon Mental Hospital? That's where he'll be. Waiting for him. If somebody doesn't get there first, there'll be no way out for anyone. Короче, сейчас нам надо путь в больницу эту. В больничку лежит. Видимо, так. Ну что ж, выходим. А дальше вот сюда вниз, да? Так, спички. Инструменты. Ух ты! Охренеть, это что за тварь такая? Проходи, 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 пока она по душам не. Так. Ой-ой-ой. Наверное, лучше побыстрее двигаться. One way, один путь. Ну, типа одностороннее движение. God damn it. Беги, 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 родной. Да, эту тварь убить будет не так просто, ребят. Чувствую, вообще не просто. Так, ну, в принципе, что я могу противопоставить ему?
вот это могло. Ой-ёшеньки, ё-ё. Я его, наверное, зря разозлил. Тихо, тихо, да стой ты. Первый театр, а? Сюда я, допустим, зашел. Мне вообще что-то это дало, нет? Сдолбит этот столб нахер. А? Пипец, поймал. Если бы он меня так об стену швырнул, и причем при этом, при всем при этом, стена если бы сломалась, ребят, ну я не знаю, что бы от меня осталось. Только фарш, наверное. А, нет, наш красавчик живой, все хорошо. Так. Тихо, тихо. Да японская мама. Еще и в пламя, а? Еще и в огонь. Вообще замечательно, вообще прекрасно. Возьми, возьми, возьми шприц. Да, шприца-то больше нет. Да японская. Да ладно, неужели он сдох? Да я не верю, ребят. Охренеть можно. А вон и выход. За него мне 1010 должны дать очков опыта. Честно вам скажу, ребят, если не больше. Как минимум. Как минимум 1010. Двадцать дали, ребят. Отлично, просто отлично. От души вообще, офигительно. Блин, надо магазин пополнять для дробовичка. Сразу подлечимся. Да, вынесли мы его очень жестко. Не могу не пройти мимо, ребят. Вообще, наоборот. Не могу пройти мимо, да. Зря я, конечно, использовал патроны для пистолета. Надо было для дробовичка, потому что у меня их приличное количество. Так, очки опыта сейчас в ближайшее время мы очень даже потратим. Очень даже потратим. С удовольствием. Еще один шприц, это ж вообще замечательно. Так, ну и чё? Идем, ребятки, дальше. Отлично, 10-й эпизод позади. Погнали дальше. Воссоединение, 11 эпизод так называется. Эй,
Офигеть, где это мы? Так, это какая-то фигня нездоровая. Так, а где ж он вылез? Где ж он вылез-то, бедолага?